Здравствуйте! Сегодня расскажу вам про Чандрапрабхувати. Это аюрведическое средство, которое имеет в своей формуле около 30 натуральных целебных компонентов. Чандрапрабха в переводе с санскрита означает «лунное сияние», что косвенно указывает на область применения этого средства. Оно применяется при различной терапии и при заболеваниях, преимущественно в водной стихии, связанные с нарушением водно-солевого баланса в организме и с оттоком жидкостей. Чандрапрабхавати – это натуральное обезвоживающее и противомикробное средство. Его можно использовать практически против всех инфекций. Оно приводит в баланс доши, положительно влияет на печень, очищает и восстанавливает ее. Кроме того, Чандрапрабха также очищает кровь, избавляя от различных токсинов наш организм, которые скапливаются там долгие годы. В их число входят различные воспалительные и инфекционные расстройства мочевыделительной системы, нарушение нормальной работы почек, а также мочеполовые заболевания. Чандрапрабхавати для женщин нормализует менструальный цикл, положительно влияет на эмоциональную систему, уменьшает стресс и различные перепады настроения в период предменструального синдрома. Кроме того, этот препарат применяется и для мужчин, для лечения различных заболеваний репродуктивной системы. Этот препарат выглядит как черные круглые капсулы. Я вам сейчас покажу, как выглядит. Такие черные шарики небольшие, а запах... Знаете, такой запах, как у звездочки. Чем-то похож? Советская, но достаточно вкусно. Чандрапрабхавати нормализует поток жидкости в организме, выводя излишки и предотвращая отечность. Он стимулирует регуляцию обмена веществ. Также он помогает расщеплять различные жировые клетки, что помогает в снижении веса. Кроме того, препарат оказывает сильное обеззараживающее, тонизирующее и обезболивающее действие на мочеполовую систему мужчин и женщин. Также этот препарат способен нейтрализовать воспалительные процессы органов выделения и мочевыводящих протоков. Полезен при сахарном диабете и при мочекаменной болезни. Также это средство может использоваться при подагре и еще некоторых болезнях с суставами. Он является прекрасным инструментом в лечении венерических инфекций, таких как гонорея и сифилис. Чандрапрабхавати обладает омолаживающим и общеукрепляющим средством для всего организма. Он повышает иммунитет, что дает больше сил организму для защиты от различных инфекционных заболеваний. Часто он назначается пациентам, у которых ослаблен иммунитет и какие-либо хронические проблемы со здоровьем. Также препарат улучшает обмен веществ, способствует избавлению от лишнего веса, облегчает варикоз и геморрой, положительно влияет на связки и суставы. Вы поразитесь, насколько лучше станете чувствовать себя в результате приема данного средства, поскольку оно полностью очищает и улучшает работу всего организма, повышая иммунитет, очищая сосуды и даря вам просто больше бодрости и настроения. Аюрведические врачи рекомендуют принимать Чандрапрабхувати вовнутрь по 1-2 таблетки 2 раза в день с теплой водой, имбирным чаем и молоком. Если у вас заболевание женской системы репродуктивной, вы можете использовать этот препарат по 1 таблетке 2 раза в день, утром натощак и перед обедом. Через 3-4 недели прием и дозировку можно увеличить до 2 таблеток. При мочекаменной болезни рекомендуют использовать 2 таблетки 2 раза в день после еды, совместно с другими препаратами по совету аюрведических врачей. Чандрапрабхавати – прекрасный препарат для поддержания вашего организма, для улучшения иммунитета, для лучшего настроения и просто для поддержания здоровья. Я желаю вам быть здоровыми и счастливыми. До свидания.